я стараюсь себя показать во всех амплуа. Вот. Очень стараюсь понравиться тренеру, чтобы в дальнейшем меня еще сюда приглашали. Был мандраж, вот. Но у меня здесь очень много подружек, очень много знакомых, поэтому меня приняли в коллектив, и как бы все отлично. Полина Кузнецова, Даша Камашева, моя соседка Маша Сидякина. Вот, мы очень подружились. Покушал, тренировочка, снова покушал, поспал, тренировочка, покушал, поспал. То есть мы работаем в профессиональном режиме, сконцентрировались только на тренировках, и Новогорск дает отличные условия для этого. Мы на самом деле эти сборы прям помогли мне прийти вот в хороший строй, я прям благодарна. Ложусь в 10, в 11 уже все, я прям рада этому режиму, поэтому замечательно. Девчонками все хорошо, у них горят глаза, огромное желание работать, и это очень подкупает на самом деле, когда приезжаешь с ними работать, и сам также молодеешь душой и хочется работать, и большое им за это спасибо, спасибо Федерации, что предоставила нам эту возможность, поэтому мы в рабочем настроении, в хорошем, готовимся. Мы постарались вызвать тех игроков, которые еще не попадали по тем или иным причинам, то экзамены, то какие-то травмы, кто-то не входил. И мы дали им возможность проявить себя, посмотреть, как они будут взаимодействовать с нами. Это, конечно, одна из основных как бы задач. Ну и, конечно, повторить то, что мы сделали летом, чтобы это отложилось еще раз в голове. Ну и сыграть обязательно. Хорошо, что у нас есть две игры, пусть товарищеские, но все-таки чувствовать, что мы все-таки команда, мы сборная, и это нас объединяет и дальше. Мне очень нравится, что мы все с разных команд, и кто-то где-то когда-то пересекался. Мне кажется, коммуникацию где-то наладить, где-то отдохнуть от привычной жизни в течение сезона, Суперлиги, вот я играю. И переключение, это, мне кажется, помогает тебе в течение, чтобы отвлечься. Здесь прекрасный тренер Елена Рафаэловна, мне очень нравится вообще, правда. И она что-то новое приносит, и ты что-то новое узнаешь, поэтому это очень круто. Великолепное впечатление, очень приятно видеть энергию на площадке, улыбки. И видно, что девочки соскучились друг по другу, и вот этот вот перерыв в сезоне, конечно же, всегда идет на пользу. Я по себе помню, что когда ты приезжал, такая хорошая энергия была, потому что тех ребят вроде ты с кем был соперником на площадке, и вдруг ты в одной команде, ты представляешь свою страну, конечно, это очень дорогого стоит, и это всегда приятное воспоминание. Так как сейчас у нас середина сезона в Суперлиге, здесь я хочу больше наработать каких-то тактических моментов и плюс технику. Здесь очень хорошие специалисты, тренерский штаб вообще замечательный, поэтому здесь просто все для развития. Мы прорабатываем все мышцы, пытаемся их включить, все смотрим, все тщательно где-то разбираем, какие-то моменты нам где-то очень много всего объясняют, как что работает. Думаю, вообще, вот, мы будем качками вообще.